Приветствую, мои хорошие. Сегодня я в таком очень благородном, я бы сказал, месте, потому что я на конюшне. А лошадь, конь, не знаю, как правильно сказать, это очень благородное и красивое животное. Я сейчас покажу и лошадей, и покажу этих девчонок, которые и ухаживают, и катаются, и учатся. Ну, в общем, чуть-чуть. Вот помощники, смотрите, какие красавцы. Сейчас других покажу, он уже выводит, смотрите, девчонки маленькие, я вам попоказываю. Это вот тренер у нас. Громко сказано. Ну, учится. Вон, видите, девчонки, красавцы. Вот еще, смотрите, девочка. Сколько тебе лет? 12 лет, видите? Не возмущайся, ревнует. Так, тихо, еще сзади как бы. В общем, вся конюшня заполнена лошадями. Вот так, видите, девчонка. Сейчас еще одну покажу, чтобы не обижалась, а то тут обижается на меня. Смотрит на меня и обижается. Чего меня, говорит, не снимаешь? Я же тоже лошадь, только маленькая. Ну, вот такие животинки. Творение Божие.